Вещаю. Никита сказал вещать, я вещаю. Итак, шахматный камбэк тем временем, ребята. Ну, конь e5. Ты на f7 хочешь накинуть? Посмотрим. Может быть. А, тем временем... Ой-ой-ой. Может, просто мат дадим без камбэка? А что делать ему? Не знаю. e6, наверное. Слон e6, ферзь g5. Слон c8, ферзь g2. Ну, ладно, камбэк, да? Давай попробуем. Для веселья. Ну, это интересно, по крайней мере. А, скучный. Что было не взять-то там? Пошел не на очень интересный вариант. Поздравляю сборную России с выходом из группы. Все, все, вышли. Да. Отлично. Какой счет-то? 2-2. А у параллельно матч? Не знаю. А точно выходит? Точно. А если там ничья? Без разницы. Хорошо. Так, ну... Решил все-таки взять на f8. Какой-то странный у нас камбэк. Скучно. Сейчас мы мат будем давать просто. Ну иди ладно. F3 уже. Ай, ну как я не успел поймать твою руку? Все. Почему? Ну, ужасный же ход. Почему ужасный? Ну, видно это. Ладно, бьем. Если тут как... портить нечего, у нас все по местам просто стоит, знаешь, даже отдавать нечего. Тут сдадим, да? Ну, зачем? Ну, там безнадежно будет. По-моему, всех позиций безнадежно. Вот так решил сдать? Не, это выигрыш пешки. Выигрыш пешки. Да. Ферзь g4. Он решил зевнуть коня. Почему зевнуть? Он съел нашего. Ты точно сегодня ничего не употреблял? Что ты сердей не видишь коней? Я вроде 2800 обыграл только что. 2-3. D3. Погоди, он сейчас ладей 8 сыграет, такой D3. И что? Вот сейчас D4. D4. Ну, просто возьмет. Ну что? Ёпрсте. Что и что? Ферзь G4. Ладей F8. Ну это не камбэк, Никита, это... Обычная позиция. Я согласен, давай. Поехали. Ну, он, конечно, скучный соперник попался. Сейчас он поменяет ферзи. Нет. Вот на c2 еще подзевнули. Вот как ты будешь выигрывать этот темп? Подзевнули. Это ж ты сказал, что камбэк. Я не собирался ничего зевать. b4. У нас уже камбэк, то надо все пешки отдать. Но он это не возьмет. А что будет делать? Ну не знаю, отойдет ферзем куда-нибудь. Еще нужно отдать. Ну все, уже линии, ты же должен быть доволен. Мощнейшая атака у белых, просто выигрываешь. Слон f4 надо поставить. Слон a3 уж тогда. Ну слон a3 он в любой момент опять накинет. Ну да, что ж поделаешь. Да не, ну это не серьезно, у нас была личная пешка, а мы отдали просто три подряд, каждым ходом по пешке. Задумался что-то он. Добавь ему минуту. Ну вот видишь, он хочет меняться. Ну слон А3. Так, а что это за штучки? Так, подкрут пошел. Чуть-чуть. Он даже не стал проверять. Наверное, действительно брать нельзя было. Зато теперь у нас нет слабости первой в этом дело. Мы можем попробовать взять тут. Попробовать хотя бы один сыграть после этого. Хотя после этого... А, кстати, мы угрожаем взять коня вообще-то. Ну да. Потому что он же один закрывается. Нету слабости первой. Ну, ну есть, но она, видимо... Так, стоп, это А3. И что делать? Не знаю. Почему люди так ужасно играют в шахматы? Сейчас обыграет нас. Добавь ему минуту. Можно брать вроде коня. Вроде да. Сейчас, погоди. Не соображу. Вроде можно. Так я не вижу угроз просто. Ну шах взяли. Ой, он же один отыграй. Ой. Какой красивый вариант. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, сейчас чуть-чуть не посчитал. Соперник. Вот повезло, что нашлось ферзь g8. Не, я как пошел на f1 уже видел все это. Д1
Да, ну, всем спасибо за внимание. Да.